Хочешь интересных и веселых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в игры, веселые прохождения и упоротые приколы. Все это ты сможешь найти тут. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее продолжение нашего 6 сезона с модом Пиксельмон. И это, ребята, новая серия. Я вам скажу большое спасибо за то, что мы на предыдущей серии набрали целых 3000 лайков. Вы реально крутые молодцы, я вас всех люблю. Но, ребята, если вы хотите новую серию Пиксельмона видеть как можно быстрее, не поленитесь поставить лайк на вот эту серию. Потому что чем быстрее мы наберем 3000 лайков на серии Пиксельмон, тем быстрее мы выпустим новую серию. Тем быстрее мы закончим сезон и тем быстрее начнем новый сезон. Да, ребята, поэтому не поленитесь. Также, кто еще не подписан на мой канал, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень сильно этому рад, потому что каждый подписчик для меня большой друг. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За эти 2 секунды, ребята, я буду вас любить еще намного больше. И также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Поэтому, ребята, больше мы тянуть не будем. И сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, вот наша новая серия Пиксельмон. Лайк, если ждали. И что мы будем делать в этой серии? Как вы заметили, тут у нас стоит Блисси. И в этой серии мы постараемся прокачать нашу команду еще больше. Потому что, как видите, тут у нас 4... еще 4 Блисси в этой серии мы можем убить. С помощью кого мы будем сейчас качаться? Как видите, Бластоис у нас 54 уровень, Дактилио 50, и Лапрес 50 там тоже там. Что я хотел сказать, не знаю. Ну ладно, да, мы, в принципе, в этой серии будем прокачивать Люксио и всех остальных покемонов, потому что нам нужно прокачать их как можно быстрее, ребята. Да-да-да, как можно быстрее. И для того, чтобы взять просто-напросто новую команду, если честно, хочу уже начать новый сезон. Там в новых версиях Майнкрафта, точнее, не Майнкрафта, а Пиксельмона, есть магазины, есть куча новых НПС, есть куча новых покемонов, легенд, итемов и многого другого. Если честно, хочу уже поиграть на новой версии, но сможем мы закончить сезон как можно быстрее. Вот честно, ребята, это зависит только от вас. Да, поэтому, если вы хотите, в принципе, прошу, ставьте лайки. Дай мне убить себя, пожалуйста, Блисси. Я тебя сильно прошу. Ты какая-то сильно наглая. Вот, дай мне тебя шандарахнуть, пожалуйста. Да, еще раз. Жопа ты лечащаяся. Пожалуйста, прекращай вот это дело. Это дело вообще с тобой несовместимо. Не нужно лечиться. Пожалуйста. Как ты меня бесишь, а? А знаете что? Да ну в жопу эту Блисси. Она, если честно, нам больше не нужна. Иди прочь, ты нам не нужна. А почему она нам не нужна? Потому что у нас уже есть собственная качалочка, которую я построил, ребята, сам. И она находится вот тут, прямиком на нашем острове покемонов. Поэтому, ребята, в данный момент и в будущем, мы будем прокачиваться вот тут. Потому что тут у нас есть Блисси различных уровней. То есть у нас есть 44 уровень Блисси, 62, 67. Сколько тут вообще Блисси? Да, максимальный спаун 2. 2 Блисси. Вот так, замечательно. Поэтому мне кажется, то, что Люксио, в принципе, сейчас может справиться. Я на это надеюсь. Ну, в принципе, так лом он будет убивать очень... Ух ты, ни хрена себе. Бластоис, выручай, дружище. Бластоис, только не перекачайся. Я тебя очень сильно прошу. Атаклом ты вообще сможешь что-то сделать? Чё-то вообще никто никогда не хочет никого бить. Бластоис, выручай, дружище. Синенький, большой, дружище, черепаха. Только не перекачайся, я тебя сильно прошу. Давайте вот так. И кто у нас? Люкция у нас эволюционирует, и плюс тому он шайни. Да, ребята, он шайни. Я хочу прокачать в этой серии еще как минимум 2 покемонов, чтобы их выложить, потому что таким темпом к 100-й серии мы сможем закончить сезон. Да, ребята. К сожалению, у меня вылетел Майнкрафт. Но, в принципе, в этом нету ничего такого страшного, потому что Люксио все же смог эволюционировать в Люксрея. Это, если честно, замечательно. Может, мне нужно передвинуть эту... вот эту хрень, где спавнится Блисси, вот этот спавнер, потому что, как я вижу, они очень обожают прям. Они не могут без того жить, чтобы не заспавниться в стене и чтобы там подыхать. И, если честно, меня бесит сам звук, когда они вот так вздыхают. Очень бесит звук, когда они вот тут вздыхают. Очень сильно. Поэтому нужно куда-то все-таки это переместить. Кстати, ребята, это 3-я Блисси. Если вы помните, то у нас с предыдущей серии еще осталось 4 Блисси. Это 3-я Блисси, Кранч, Байт, Тейкл,
Charge, вот так. Это третья Блисси, и это будет, в принципе, это уже будет четвертая Блисси. Давайте вот эту убьем, четвертую Блисси. И мы еще сможем убить 15 Блисси, если мы, конечно, сможем заплатить. Я, если честно, на этом не собираюсь останавливаться, потому что я хочу закончить этот сезон как можно быстрее. Ребята, вы просто-напросто представьте, что будет в следующем сезоне, что мы вообще там сможем сделать, потому что это будет что-то нереальное. Это будет что-то нереальное, потому что там уже столько новых версий вышло, то что это можно просто-напросто сойти с ума. Да, ребята, поэтому задумайтесь, хотите ли вы новый сезон, я бы на вашем месте хотел. Честно, я бы, наверное, хотел, потому что уже руки чешутся. Или может даже какой-то другой летсплей. Знаете, ребята, я даже думал, может сделать какой-то другой летсплей с какими-то другими модами, с какими-то, на какой-то другой версии. Может, это было бы еще намного даже интереснее, или выживание какое-то на острове, или что-то в этом роде. Мне кажется, было бы намного даже интересней. Поэтому, ребята, думайте вы. В принципе, мы убили одну Блисси, у нас еще осталось 14. Давайте выложим баблону. А сколько? 30, да? 30? Я сказал 30, вот так, вот так, вот так, 1, 2, 3, да, вот сюда, ребята, вот смотри, 15 Блисси за серию, 15 Блисси, 30 монет, значит, выкладываем, да куда я в жопу положил вот эти монеты, вот так, выкладываем 30 монет, и все, мы можем убить еще 14 Блисси. Шикардос просто. Просто шикардос. Так, ну, главное не перекачать, поэтому давайте мы Люксрея как раз еще докачаем ему один уровень, если у нас, конечно, это получится. А, сейчас, Люксио, Люксрей. И там вроде у него первая эволюция есть еще какая-то мелкая, поэтому она уже вроде у нас была. Да, ну, в принципе, вот, Люксрей у нас уже прокачанный, это Шайни Люксрей, да. Смотрите, у нас уже есть Дактрио, Лапрас, Бластойс, Люксрей, Асалса, Шелдер и Голетушка. Шелдер и Голет, и мы можем убить еще 13 Блисси. А, Шелдер, ты вообще сможешь что-то сделать? Мне вот просто интересно, сможешь ли Шелдер что-то сделать? Я не знаю, но все же экспешер мы оденем на Голета и посмотрим. Давайте, самый мелкий такой уровень. Айс. Ну, в принципе, нужно попробовать все атаки. Это ничего толком не делает. Вот Тейкл, как я понял, он, в принципе, наносит более-менее такой... Хотя этот нет. А, или все-таки доносит. Но если бы ты нас еще не усыпила, зараза, ты бы была вообще шикарной. Да, Тейкл наносит больше всего урона среди вот этих наших покемонов. Поэтому, мне кажется, будем мы им и биться. Не и биться, а и... биться. Ну, в принципе, вы поняли то, что я хотел сказать. А, знаете что, ребята... А знаете что? А мы сможем отправиться домой в данный момент. Пожалуйста, отправляемся без лагов. Нам не нужны лаги. Никому не нужны лаги. Нам нужно взять водный камень. Шикарно. Просто шикарно. И ух ты, ни хрена себе. Ух ты, ни хрена себе. Драгонайт? Ладно. Так, выпускаем Шелдера и эволюционируем его в Клойстера. И посмотрим, каким он клёвым будет. Клойстер Шайни. Посмотрим, может это будет прям пух, какой красавчик. 12 Блисси у нас еще осталось. В принципе, мы сможем еще прокачать двух покемонов, если у нас это получится. И мы сможем в этой серии выложить 6 покемонов, ребят. Это 6 новых покемонов, которых мы возьмем с нашего компьютера. Это офигеть как много. Вот, ребята, Клойстер. Замечательно. Я не буду... О, кстати, босс. Басяндра. Нужно тут было как-то по-другому сделать. Да, я все же смогу тут забраться. Смогу я тут забраться? Или не смогу я тут забраться? Я, в принципе, и так попал, поэтому нормально. Ну, что вам сказать. Я буду его очень долго бить. Есть у меня вот такое ощущение. Да. Еще раз у меня есть такое ощущение, то, что я его буду реально долго бить. Поэтому, наверное, мы вернемся, когда я... Не знаю, когда я его постараюсь хотя бы добить до... Не знаю. Гулет, ты что-то вообще сможешь ему снести? Пожалуйста, Shadow Punch. А я даже не могу... Я даже не могу заменить на другого покемона. Вот Бластойс, мне кажется, сможет его убить, но, пожалуйста, только не перекачайся. Только не перекачайся, Бластойс. Да почему ты меняешь опять на... Что это за хрень? Бластойс, завали эту заразу, потому что у него какие-то слишком...
Да, фу, я уже думал то, что я перекачал, но нет, не перекачал. У него какие-то слишком суперские атаки. Давайте вылечимся, и мы сможем убить еще 12 блиси, если я не ошибаюсь. Да или нет? Сколько в чате? 12. Да, ребята, еще 12 блиси мы сможем завалить в этой серии. Ну что, потопали. Текл, текл. Давай, давай, в принципе. Вот 40 уровень, мне кажется, мы уже можем даже переходить на больший уровень, чтобы просто-напросто не тратить лишние блиси. Когда у нас закончатся монетки, то мы попродаем весь хлам, который у нас валяется в сундуках. А если даже хлама больше не будет, то мы, в принципе, можем пойти заработать новые монетки, убивая каких-то других покемонов, с которых будут выпадать нужные нам вещички. Вот так. А, замечательно, 11 блиси, ребята, еще осталось. В принципе, вылечится. Ну, давайте вылечимся быстренько. Осталось еще 12 уровней, чтобы докачать Клойстера до 50-го. А 67-й, 62-й. Давайте 62-го. Драгонайт все же там гуляет за окном и никуда не хочет уходить. Что-то на... Я вижу то, что эта Блисси очень любит лечиться. А я таких Блисси вообще не люблю. Поэтому я, наверное, буду просто выходить с боя и искать каких-то других Блисси, потому что я таких очень не люблю. Очень. Они будут хилиться до конца своей жизни. Поэтому, да, мне кажется, лучше просто-напросто взять и выйти. А если я заменю на какого-то другого покемона, который сможет ее убить с одного удара, то, мне кажется, это не будет очень круто, потому что мы его просто перекачаем. Ребят, извиняюсь, мне реально хреново. Все же я записываю... Иди ты в жопу, а. Все же я записываю серию, но у меня реально и температура, и кашель. Короче, заболел. Просто-напросто заболел, но все же, как видите, я пытаюсь быть бодрячком и записывать новую серию. Но иногда видите то, что когда я вдыхаю воздух вот так, то меня просто тянет на кашель. Я извиняюсь, ребята, честно. Но все же я пытаюсь записывать серии, поэтому не обижайтесь. Ладно, давайте попробуем эту Блисси убить, хоть она на 5 уровней больше, чем та 62-я. Но может у нее нету атаки? Есть у нее атака. Жопа ты хилящаяся, как я вот это ненавижу, дай мне убежать, я не хочу тебя знать, не хочу тебя никогда даже видеть. Иди в жопу, пожалуйста, вот, замечательно. Куда ты упала? Или что ты там вообще сделала? Сколько осталось еще Блисси? 11. 66-й. Вот это, она переспавнилась, потому что другая то ли умерла, то ли куда-то упала, не знаю. Пожалуйста, только без хила. Я тебя сильно прошу. Мне нужно узнать, на каком уровне у нее появляется хил. Или у нее хил появляется, в принципе, со старта. Не знаю. Если на каком-то там определенном уровне у нее появляется хил, то я просто-напросто этот уровень никогда спать не буду, потому что это меня бесит. Очень сильно. 10, да? Да, еще 10 осталось. Давайте, ребята, 10. 10 Блисси и 9 уровней к Клойстеру. Клойстер тащит. Харе лечится. Зараза ты рыжая. Или да не рыжая, розовая нафиг. Дальтоник я походу, ребята. Дальтоник. Или прям температура на башку влияет. И я не могу различить цвета. А, быстрее всего это так оно есть. Ну что, сейчас. 9. 10-9. Если я еще, конечно, считать не разучился. На Гулете Экспешер, поэтому он уже 39 уровень. Так, давайте, ребята, тащим, тащим дальше. Что-то ты какой-то... А, нет, нормально, я уже хотел орать на Клойстера, мол, ты зараза такая, не качаешься вообще, у тебя урона никакого нету, но, в принципе, нормально. Давай, 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 не дай ей вылечиться, пожалуйста. Ну, ударь ты ее, я понимаю, ты любишь спать, да, ты спишь, ну, ударь ее, хренакни. По самые гланды, нафиг. 46-й. Более-менее, ребята, более-менее. Да-да-да. 8. Я надеюсь, я не перекачаюсь. Если я, конечно, смогу ее убить, если она, конечно, не будет лечиться, то я надеюсь, что я не перекачаюсь. Это будет долговато. Или нет, все же. Все же по чуть-чуть я ее бил. И, наконец-то, добил. 22 тысячи опыта. Это то, что мне нужно было. И Гулетушка эволюционирует. Не знаю, смогу ли я эволюционировать всех покемонов. Хотя нет, они уже, в принципе, все эволюционированы. Все покемоны в нашей команде. Круто. Поэтому я не знаю, смогу ли я их докачать, чтобы выложить. Посмотрим, ребята.
Давай, Гулнурк. И Клойстер 49-й. Поэтому его бы не нужно было перекачать. 40-й. Вот давайте я попытаюсь убить вот эту Блисси. Она только 40-й уровень. Посмотрим, не перекачаю ли я. Фу, круто то, что не перекачал. Так, еще 6 осталось. Замечательно. Сейчас, в принципе, мы будем прокачивать только Гуларка. Я надеюсь, то, что он сможет прокачаться, потому что у него осталось... Ну, у него осталось только... Сколько? 4 уровня. В принципе, это немного. Совсем немного. Вот Эрдквик, мне кажется, должен решать. Или Динамик Файтинг вот этот. Да! Динамик Файтинг вообще с двух ударов убивает. Я перекачал? Перекачал! Офигеть просто! Как я смог вообще перекачать? Ему 5 уровней за одну Блисси дало. Охренеть просто. Я перекачал его. И мне сейчас нужно опять 4 уровня прокачивать. Я, в принципе, потратил кучу монет. Я потратил кучу Блисси на то, чтобы опять докачать этого Гуларка. Ну ладно, давайте еще раз убьем вот эту Блисси. Я надеюсь, что я его не перекачаю. Иди ты в жопу! Офигеть, я его опять перекачал. Гуларк, ты в этой серии будешь каким-то перекачком нафиг, потому что, как я вижу, ты любишь перекачиваться. 59-й, все. Две Блисси у нас еще осталось. Да харе подыхать уже, а. Харе подыхать уже, вот так. Нужно запомнить то, что, ребята, у нас есть еще две Блисси в следующей серии. Да твою мать, ну я же ставлю в одну ячейку, потому что... Почему ты нафиг переключаешься еще на одну? Ребята, нам нужно его докачать, дайте я выключу. Нам нужно... Да твою мать, ну я же не у тебя кидал. Вот так. Нам нужно его докачать. Нужно ему прокачать всего лишь один уровень. И главное его не перекачать опять. Пожалуйста, не перекачивайся. Я тебя сильно прошу. Вот так, замечательно. Офигеть, сколько он опыта получает. Офигеть. Я вижу то, что это шайни, но я его не буду ловить, потому что у нас уже есть куча вот этих шайни покемонов. Да, и еще один какой-то большой уровень мне нужен. Допустим, Персиан вот этот, 40. Иди сюда, замечательно. Не хочу я в свой бэкпак залазить, дай мне его убить просто-напросто. Все, Хаммер, да, Мега Панч, Шадоу Панч. Фу, ребята, вы... Ух, это босс, это босс. Но я не буду туда пока что идти, потому что пойду и опять перекачаю. Я, если честно, не хочу. Ну что, ребята... Мы будем выкладывать 6 покемонов. Они все нормального уровня. Ну что, Гуларк. Вместо Гуларка давайте возьмем... давайте возьмем Пуниту. Вместо Дактрио давайте возьмем... Тепик нет, потому что Пунита у нас уже есть огненный. Давайте больше не будем ее брать. Давайте возьмем... Давайте возьмем Снайви. Вместо Лапроса давайте возьмем Волторба. То есть у нас уже есть огненный, травяной, электрический. Вместо Бластойза... Водного давайте возьмем какого-то, потому что водного у нас нету. Давайте, допустим, Реморейда возьмем. Вместо Люксрея возьмем мистера Майма, почему-то я захотел. И вместо Клойстера возьмем... Давайте Зубата, пускай будет. Вот, ребята, наша следующая команда, которую мы будем прокачивать в следующей серии. В следующей серии у нас будет 17 Блисси. Поэтому, ребята... Если хотите новую серию, вы знаете, что делать. Но сейчас мы уже будем заканчивать. Поэтому, ребята, набираем 2500 лайков. Выходит новая серия, чем бы... Точнее, нет, 2500, 3000 лайков. Потому что это письмон. И мне нужно знать, хотите ли вы видеть новую серию. Набираем 3000 лайков, сразу же выходит новая серия. Поэтому, ребята, не поленитесь. Спасибо за то, что мы набрали на предыдущей серии 3000 лайков. Я также буду рад, если мы сможем набрать на вот этой. Поэтому, ребята, подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Я вас всех люблю, ребята. Я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды. Одну, чтобы поставить лайк, одну, чтобы подписаться на канал. За эти 2 секунды я вас буду любить еще больше. И также выпущу для вас новую серию как можно быстрее, потому что вы же мои подписчики. Я вас просто-напросто люблю. Не расстраиваемся, то, что видео заканчивается. Каждый день выходит новое видео, а сегодня вышло или выйдет даже 2 видео. Поэтому, ребята, если Пиксельмон сейчас вышел с утра, ну, в какой-то степени с утра, то вечером выйдет еще одно видео, поэтому, ребята, не расходимся. 2 видео за день, это круто. Я всегда вас жду на просмотре, всегда приходите, никогда не стесняйтесь, я всегда буду вас рад видеть на новых видео. Ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.